Привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня вместе приготовим вот такой вкусный обед. Для начала отвариваем вот такие макароны. В кипящую воду добавляем соль. Варим до полуготовности. Макароны сварили, промыли холодной водой, а сейчас приготовим начинку. К фаршу добавляем лук репчатый, соль, паприку и чаман. И все это хорошо перемешиваем. Фарш готов. Начиняем макароны. Готовим соус. Для соуса нам нужна томатная паста, вода и соль. Наливаем в форму и сверху выкладываем наши макароны. Отправляем в разогретую духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Наши макароны готовы. Перед подачей сверху засыпаем тертым сыром.
Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!